念星空如常，血色里日记显得疯狂，借火焰去隐藏残存的仙骨衷肠，身影天命而志向，只为求破戒权的阻挡，要看五月的苍茫，痴心闻到莫彷徨，忘记善恶分裂的幻想，你我生命燃烧中相见是注定同行，因为坚定很久的信念不曾有过一丝改变，你我生命相见共天涯无缘，决心的勇气未曾泯灭，还好有你同我携手向前。Ты в порядке? У тебя тоже рука болит? Да, это яйца. Серьезно? Парни, вы в порядке? Может, вам следует обратиться за помощью к мастеру Берсерка? Мы в порядке. Мы, наверное, съели что-то не то. Нам просто нужен свежий воздух. Пойдем. Ага. Почему они уходят? Не знаю. Руки болят из-за плохой еды? Да, странно. Я знаю эту печать. Она была на съеденных нами яйцах, данных Ваньши. Это из-за тех чертовых яиц рука болит? Первое испытание скоро начнется. Что нам делать? Послушай, что это за звук? Кажется, это от тебя. Нет, это от тебя. Да. Нет, это от нас обоих. Первое испытание даосистов начинается сейчас. Кто ты? 18-й эльф. Твой эльф в зеркало. Привет, я 19-й эльф. Для меня удача быть твоим эльфом в зеркало, Тилан. Я желаю тебе больших успехов и найти свой даосизм. Я всегда буду рядом с тобой, чтобы тебя подбодрить. Ты обязательно добьешься успеха. Спасибо. Твой лучше. Поменяемся. Это запрещено. Или я тоже захочу поменяться. Давай вернемся к делу. Ты говоришь, первое испытание начинается? 19-е. Скажи им. У меня горло болит. Если это так, тебе нужно больше отдыхать. Я сделаю это за тебя. Послушайте. Час назад небесное зеркало обнаружило, что в 200 ли от горы Тай 49 демонов вызвали проблемы на 49 объектах. 5 лидеров считают, что Волчий мир объявляет войну против Альянса Пяти Великих Гор. 49 на 49. Смотри, как можно. Так уверенно. Но почему бы им не нанести удар по Альянсу напрямую? С начала испытания в радиусе 15 ли от горы Тай была запущена мощная защита. Как только Волчий мир нападет, они тут же будут захвачены. Мы уничтожим их. Лидеры думают, командир Волчьего мира смелый и находчивый. Так что богиня зеркала собирает информацию через небесное зеркало для получения просветления. Thank you.
испытание соревнования даосистов. Подготовка завершена. Первое испытание пустяк. У вас есть 2 часа, чтобы добраться до выделенного вам участка. И 6 часов, чтобы убить демонов, создавших там проблемы. Затем соберитесь в городе Гуйлай. О, там находятся бессмертные медики, ожидающие вас, чтобы оказать экстренную помощь. В этой команде 6 человек. Это вы бывшие участники с битвы 5 великих гор. Все обучены бессмертным медицинским навыкам и даже обучались у мастера Берсерка. Хотя они не могут воскрешать мертвых. Если вы серьезно ранены, это счастье попасть к ним. Это не подвиг. Если это один на один, мы точно проиграем. Пока враги где-то прячутся, мы разоблачаем себя. Перед боем мы будем в невыгодном положении. Не расстраивайся. Богиня Зеркала понимает трудность и дает каждому из вас бомбу небесного взрыва, чтобы защитить себя. Снова бомба небесного взрыва? Нет оружия более безопасного. И как мы можем пройти 200 ли за 2 часа? Об этом я хотела вам рассказать. Прямо сейчас идите в Небесный дворец даосизма. Они отправят вас на место за 2 часа. Девятнадцатое. Мы можем пожаловаться богине Зеркала? Все в порядке? Ваши руки в порядке? Да, да. Ваши эльфы все вам рассказали? Мой спал. Его нам рассказал. Это единоборство. Вы уверены в себе? Немного. Лучше, чем ничего. Хорошо. Хорошо. Давайте дадим волчьему миру смертельный удар. Да! Спустя тысячелетия момент наконец настал. Все вы — последняя надежда бессмертного мира. Поле битвы Второй войны теперь принадлежит вам. Первое испытание — соревнование даосистов — начинается сейчас. Мы отправим вас через древний маршрут на выделенные территории. Дополнительные сведения дадут вам ваши эльфы на вашем пути. Выдвигайтесь. Да! Наставник, я ухожу на соревнования. Эта задача не будет трудной для тебя. Но никогда недооценивай врага. В конце концов, это волчий мир. Есть враг, на которого вам не все равно? Это потому, что он действительно сильный? Или вы постарели? Я старею. Мой преемник не обязательно станет искателем даосизма. На самом деле я не осмеливался сказать, что не имеет значения, стану ли я искателем даосизма, но чтобы выиграть Вторую войну, я решил посвятить всего себя. Каждый наставник однажды должен отпустить своих учеников и отправить их в путешествие. Кажется, сегодня тот самый день. Я с вашими указаниями принял задачу, не волнуйтесь. Мы последуем вашим указаниям и будем осторожны. Мы не опозорим лицо Школы Меча. Спасибо за ваше наставление. Это нелегко для вас, зайти так далеко. Но в будущем ваша жизнь станет еще труднее. Я должен напомнить вам, что опасность на соревновании даосистов выходит за рамки ожидаемого. Отныне вы должны быть готовы бороться с демонами в любой момент, не на жизнь, а на смерть. Никогда не ослабляйте вашу бдительность. Да. Идите и покажите, чему вы научились в Альянсе. Да. Папа. Я ухожу. Моя рука больше не болит, но она онемела. Ваньши нам вообще не помогла. Мы будем проигравшими во втором испытании. Не будь так уверен.
Обнимемся? А? Это странно. Все же мы товарищи. И это испытание. Я больше не смогу о тебе заботиться. Достань яркое лунное зеркало. Восемнадцатая, проснись. У нас есть к тебе вопрос. Вперед. Куда мы идем? Деревня Лунной реки, 200 ли вперед. Нужно пройти 200 ли на юг, в деревню Яркой Луны. Они далеко друг от друга? Не слишком далеко. Если пойдете быстро, это займет меньше часа. Объединимся и сможем помогать друг другу. Ладно, подожди меня у деревни Лунной реки. Я приведу туда демона. Хорошо. Древний маршрут на месте. Уважаемые участники, пожалуйста, подготовьтесь. Наставник, берегите себя. Стойте. Джан Дашин, твой отец, верно? Это как-то связано с вами? Сын похож на отца. Что вы имеете в виду? Ничего. Вы... Мы должны идти. Но почему эта ведьма заговорила о твоем отце? Я не в настроении говорить об этом. Пойдем. Пять великих гор! Этот легендарный древний маршрут занимает совсем немного времени, чтобы перевести вас за 200 ли. С запуском испытания даосистов печать также будет сломана. Маршрут настолько древний, что сломается после трех использований. Поэтому, если есть другой способ, мы не стали бы его использовать. Теперь вы можете пойти и найти свой собственный скейтборд. Какие у вас направления? Деревня Лунной реки, деревня Яркой Луны. Лунная река, Яркая Луна. Я в деревне Божественной Луны. Мы находимся в менее часа ходьбы. Какое совпадение? Точно. Попадете в неприятности, разыщите меня. Хорошо, и ты будь осторожна. Если столкнешься с какими-либо трудностями, подай мне сигнал о помощи. Я и просить у тебя помощи? Я переживаю за Фэй-Фэй. А я переживаю за тебя. Это ваша бомба небесного грома. Пускай даосизм будет с вами. Пять великих гор. Следующие. Так быстро! Быстрее! Почему мой такой медленный? Один ли в древнем маршруте равен 50 в человеческом мире. Так что нам не нужно передвигаться быстрее, чтобы прибыть в пункт назначения. Теперь ты можешь сказать мне, с каким демоном я должен разобраться? Для начала я должна сказать тебе, для того, чтобы создать равные условия на соревновании даосистов, у нас есть кое-какие правила. Первое правило — говорить все, что мы знаем. Но если ты не спросишь, я не скажу. Такая принципиальная. А если я спрошу, как пройти это испытание, ты скажешь мне? Я могу. А если я спрошу, как пройти это испытание? Так и в тот раз, тебе нужно просто убить твоего соперника. Проблема в том, сможешь ли ты сделать это. Я...
Я теперь совсем один. Не могла бы ты меня подбодрить? Тебе нравится ложь? Забудь. Серьезно, кто мой соперник? Я не знаю. Как такое возможно? Богиня зеркала может видеть демонов в небесном зеркале, не так ли? Она может видеть всех врагов, кроме твоего. Злой дух в деревне Лунной реки настолько силен, что мы не можем увидеть его тело. Я даже не знаю, с кем я буду бороться. Это справедливо? Я обречен. Ты сможешь его найти. Я учту это. Слишком поздно. Мы уже тут. Так как мы ничего не знаем о противнике, ты могла бы помочь мне узнать кое-что? Не в моих обязанностях помогать тебе проходить задачу. Ты просто несешь чепуху. Как странно. Деревня в тумане, и никого нет. Сходи и посмотри. Не слишком ли опрометчиво? Просто говорю. Это зависит от тебя. Ты? Хорошо. Нашел его. Хорошо. Что это? Это входит в мои дыхательные пути. Демон тумана. Это демон тумана. Ты говоришь, что мой враг — демон воды? Точно. Хуже всего, что он может проникнуть куда угодно и не имеет определенной формы. Поэтому сначала ты должен узнать его реальную форму. Демон воды похож на воду? Да. Каждая капля может быть демоном воды. Поэтому не позволяй воде касаться тебя. Ты в порядке? Меч моего врага не только быстрый, но еще и тяжелый. Это не его меч, это демон меча. Он идет. Твои навыки меча попадают в ту же программу. Но я дам тебе еще один шанс. Пока твой меч быстрее и тяжелее моего, я просто... отрублю тебе руки, но сохраню тебе жизнь. Как тебе это? Ты пожалеешь. Божественное пламя. Пылающее пламя. Yeah.
Меня зовут Гуйхуо, что означает «призрачный огонь». Мне очень нравится играть с огнем. Пять великих гор. Божественная птица. Пять великих гор. Леньтин, ты послала божественных птиц? Следуя вашим указаниям, я послала 3000 из них. Хорошо. Небесное зеркало постоянно меняется, содержит миллионы загадок. Оно также может наблюдать за всем миром. Такое удивительное сокровище. Небесное зеркало является специальной частью этого испытания. Создано 5 основателями, их максимальной энергией и мудростью. До того, как они стали бессмертными, они использовали высшую бессмертную технику, чтобы усовершенствовать свою мудрость на всю жизнь, в капле крови. Поместили ее в зеркало и создали зеркальный мир. Вот почему богиня зеркала может контролировать все испытания и устанавливать задачи. Но я не знаю почему. С момента начала испытания я чувствую волнение. Правда? Почему ты чувствуешь то же, что и я? Это ты чувствуешь то же, что и я. У вас тоже есть предчувствие? Действительно? Я думал, что беспокоюсь о своих учениках. Это атмосфера смерти. Я права, лидер? Да. Но откуда оно? Из волчьего мира? Нет, из испытания даосистов. Как только оно запущено, самый большой враг участников не волчий мир, а богиня зеркала. Хотя богиня зеркала не будет нападать на участников напрямую, она приложит все усилия, использует все средства и силы как добра, так и зла, чтобы убить 49 участников. Это не имеет смысла. Если все участники умрут, кто станет искателем даосизма? Огненный мастер, как ты не поймешь правила испытания даосистов? Искатель даосизма — это человек, которого богиня зеркала не может убить. Мастер Берсерка права. Если те, кто выбыл, могут выжить, то участвующих в испытании я буду стараться убить изо всех сил. Почему вы так жестоки? Только преодолев все трудности, можно стать свободным от мирских забот и стать искателем даосизма. Поэтому я воспользуюсь любой возможностью, чтобы убить участников. И никого не пощадить. Не забывайте, испытание даосистов может быть начато лишь один раз. У нас есть только один шанс. Я связана с 300 небесными птицами. Небесное зеркало может контролировать всю ситуацию на Земле, пока божественные птицы могут наблюдать за происходящим. Теперь у нас есть вся информация о соревновании. Вот 5 ярких лунных зеркал для вас.
через которые вы можете легко наблюдать за каждым участником и связываться со мной в любое время. Почему я не могу найти своего ученика Лян Чанфэна? Возможно, птица не прибыла к месту Чанфэна. Лидер, я нашла Кунилуни. Тебе успокоиться, и ты сделал это. Ты действительно не джентльмен. Перед авангардом волчьего мира мне не нужно быть вежливым. Я забыла сказать, что больше всего мне нравятся грубые мужчины. Особенно те, что используют меч быстрее меня. Как они восхитительны. Но мне интересно, насколько ты быстрее меня. Хватит болтать! Какая мишура? Ты правда подвел меня? Проигравшие плохи на вкус. Лучше я убью их. Кунь-Лунь лучший из участников, но ему пришлось бежать. Я видела Хэншаня. Используй свой меч, Дзюсюн. У нас 49 участников. Могло быть множество способов борьбы с волчьим миром. Но почему мы использовали самую глупую стратегию? Это я и имела в виду. Богиня Зеркала хочет убить участников. А не волчий мир. Я нашел Чанфэна. Я не смогу увидеть, кто станет искателем даосизма. Какой позор!
Наставник! Простите. Я старался изо всех сил. Келан, держись! Не уходи! Останься со мной! Кто меня спас? Не ты? Кто еще может быть? Нет, не я. Я вдруг почувствовал, что могу двигаться. Нет, это броня двигалась. Будь осторожен, демон воды еще жив. Ты тратишь громовые бусины. Ты можешь купить немного времени. 19-е. Ты знаешь, как победить демона воды? Легко. Каждый демон имеет собственное ядро. Если уничтожить его, все будет сделано. Как найти его ядро? Каждый демон имеет свой способ и место, чтобы скрыть ядро. Демон воды даже не имеет определенную форму. Так что, Тилан, тебе нужно найти его самостоятельно. Он окружен водой. Как я могу его найти? Я верю в тебя. Ты сможешь. Ты веришь, но я нет. Как добраться до деревни Лунной реки? Поверни направо. Это займет около часа. Тилан, бежать бесполезно. Ты должен убить демона воды, иначе побьют тебя. Я найду Джанлина, он наверняка найдет ядро. Через 2 часа смогу использовать технику непобедимого меча. На этот раз я не упущу шанса. Демон Думана кажется ядовитым. Он входит в твое тело. Чтобы заставить его выйти, используй внутренние ци. Однако твоя культивация для этого мала. Что я могу сделать? Используй мозг. Ты участник, а не я. Не ленись. Ты участник? Люди вроде тебя осмелились присоединиться ко второй войне? Твой враг слишком силен. Кажется, сопротивление не сработает. Мы только начали знакомиться, но ты уже умираешь. Умираешь таким молодым, бедный парень. С магическим оружием смеешь отстаивать справедливость? Люди всегда высокомерны. Посмотрим, как долго ты сможешь сопротивляться.
Броня, правда, странная. Действительно, броня двигалась и спасла твою жизнь. Я думала, ты умрешь. Заткнись! Ты будешь счастлива, если я умру, верно? Во всяком случае, мне не будет скучно. У брони есть неизвестная сила? Что случилось? В этой деревне нет ни одного живого человека. Их всех убили? Авангарды были в заточении 1000 лет. Они все в ярости. Наконец они вернулись. Как они могли кого-то оставить? После запуска бомбы небесного грома в течение часа она поглощает силу молнии в небе, создавая небесный гром и отмечая это на этом жетоне. Чтобы убить демона тумана, надо закрепить жетон на демоне за 1 час. Но реальное тело демона — это сам туман, который может принимать любые формы. Если ты не сможешь найти ее ядро, даже небесный гром не сможет убить ее. Это значит, что у нас есть только 1 час, чтобы найти ядро. Почему бы тебе не подождать Дунхуан Фэйфэй и Тялана? Тебе не надо будет убивать самостоятельно. Как я могу сделать такое? Ты знаешь, первое испытание гораздо сложнее, чем мы думали. Демон тумана так хитер. Мы вряд ли сможем держаться от него подальше. Если Тилан и Фэйфэй поспешат прийти ко мне на помощь, и окажутся в ловушке демона тумана, это будет катастрофа. Поэтому я должен победить их прежде, чем они придут. Это деревня Лунной реки. Это может быть бомба Джанлина. Возможно, он столкнулся с врагом. Джанлин выпустил свою бомбу. Есть 2 варианта. Первый, Джанлин обнаружил слабость противника и решил дать ему смертельный удар. Второй, его враг слишком силен, и Джанлин может быть в опасности. Так что это единственный его выбор. Или ничего из этого. Никогда не знаешь, что сделает Джанлин. Возможно, я ошибаюсь, но одно понятно точно. Джанлину и своих проблем хватает. Он не может помочь. Смотри, становится холоднее. Хотя у тебя есть доспехи, по моим подсчетам, у тебя меньше часа, чтобы убить демона снега и выйти из снежного лабиринта. Если не успеешь, твоя кровь замерзнет, и ты умрешь. Беги. Только один из нас сможет выжить. Разве не это твоя цель? Выходи. Выходи. Ты выяснил путь, где находится ядро? Еще нет. Как насчет других? Эльфы и зеркало могут контактировать друг с другом в зеркальном мире. Насколько мне известно, ты в лучшем положении из всех 49 участников. Что?
как другие ребята. Не хочу тебя расстраивать. Тебе лучше сосредоточиться на своей задаче. Давай, прекрати играть со мной. Говори сейчас же. Тилан, как они? Ты меня заставил сказать это. Демон воды преследует Тилана. Он получил небольшие травмы. Сейчас он в безопасности. Для Дун Хуан Фэйфэй все менее оптимистично. Боже. Тилан, я получила важное сообщение от Джанмина. Что он сказал? Он сказал, Фэйфэй попала в снежный лабиринт демона снега. Она скоро замерзнет. Он попросил тебя пойти в деревню лунного бога, чтобы спасти ее. Фэйфэй, как Джанлин? Насколько я знаю, он, как и ты, ищет ядро своего врага и планирует убить его с помощью бомбы. Сейчас с ним все хорошо. Но может ли он управлять им? Я не знаю. Кстати, Джанлин также сказал, что он знает, что твой враг – демон воды. Кроме огня, вода также боится холода. У демона тумана должна быть слабость. Почему я не могу понять ее? Должно быть, я упустил что-то важное. Наверняка это установлено Тиланом. Верно. Я только что получила сообщение от Тилана. Он сказал, чтобы ты держался. Как спасет Фэйфэй, придет к тебе. Надеюсь, я буду жив. Попался. Что ты делаешь? Ты засветишься. Умереть хочешь? Демон тумана, поймай меня! Я здесь! Ясно. Хочешь умереть? Не буду мешать. Я немного сонная. Могу я вздремнуть? Спи. Демон тумана, осмелишься ли ты появиться передо мной? Пуган,